Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Яна Рудковская уже давно счастлива в браке с Евгением Плющенко. Она занимается продюсированием звезд, но при этом ее главной страстью давно стала мода. Блондинка не пропускает модных показов и регулярно посещает светские рауты, где демонстрирует свои образы. А недавно жена фигуриста решила продлить себе лето и впервые приехала отдыхать в Турцию. Обычно Яна ездит на дорогостоящие курорты. Но отдых в Кемере ей тоже пришелся по вкусу. 14 сентября светская львица поделилась сюжетом, на котором она заходит в море. Не раз Яну критиковали за использование фотошопа. Каждый раз поклонники не верят, что у нее стройные и длинные ноги. Теперь они смогли увидеть ее фигуру без прикрас. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.